Над Россией сгущаются сумерки. Самый очаровательный вампир всех времен и народов скоро приедет в Москву. Роберт Паттинсон выкатил организаторам паранормальный райдер на 200 страниц. Одно из требований – плотные синие шторы в номере. Возможно, актер слишком вжился в образ вурдалака. Роберт Паттинсон – специалист по конспирации. Для него уже забронированы VIP-номера в трех самых престижных гостиницах столицы. В какой он въедет – неизвестно. По Москве актер будет передвигаться в сопровождении полицейской машины и трех автомобилей охраны. С ним постоянно должны находиться 15 телохранителей. Такие меры необходимы, иначе преданные поклонницы порвут знаменитость на части. Самое главное – этого мало. Паттинсон решил не уступать своему мистическому коллеге. Вслед за Дэниелом Рэдклиффом Роберт мечтает посетить дом-музей Булгакова. Волшебников и вампиров хлебом не корми, дай только прикоснуться к русской классике. Вы должны тоже приложить свои руки к этому. В номере звезды всегда должна стоять ваза с фруктами, вода и шампанское. Температура комнаты строго 21 градус. Но самое странное, Паттинсон привезет личное постельное белье. Видимо, в чужих городах Роберт очень скучает по дому. Обслуживающий персонал гостиницы расстроился, ведь горничные готовились к приезду кумира и вручную стирали простыни. Ты сделал прекрасный выбор. Послушай. Да. Нет, я в полном порядке. Первый визит Паттинсона в Москву запланирован на июль. Скорее всего, Роберт оставит клыки дома, но самых навязчивых фанаток запросто покусает его охрана. Удивлялась требованиям звезды Валерия Майорова, Ньюсблок.